на конкурс «Дети читают стихи». Город Курск, гимназия номер 44, 1Б класс. Казанцев Илья, Ирина Гурина. Шел по лесу Дед Мороз, он подарки детям нес. По сугробам он шагал и немножечко устал. Сел под елкой отдохнуть, в карту леса заглянуть, а с подарками мешок он поставил на снежок. Пели птички вдалеке, посидел он на пеньке, встал и дальше поспешил, а мешок-то свой забыл. Все вокруг белым-бело, и подарки замело. Спохватился добрый дед, глядь, в руках мешка-то нет. Стал зверей на помощь звать, звери начали искать. Рыть снег, снегирь с синичкой, под кустом бобер с лисичкой. Раскопался в гроб зайчонок, снег размял хвостом бельчонок. И вздыхает громко еж, как теперь его найдешь? Волк, как пес, по следу шел, и в снегу мешок нашел. Звери прыгали, скакали, деду лапками махали. А потом лесной народ дружно встретил Новый год.